Здравствуйте, уважаемые покупатели. Начинаем очередной видеообзор наших товаров. На очереди детский сток Children U Gatti Diaby Plus C&A. Сезон весна-лето, микс 11 килограмм. Вот. Цена 22 евро за килограмм. Вот. Вес 11 килограмм. Себестоимость напишу под видео ниже. Но, по-моему, где-то в районе 190 рублей за единицу. То есть, совсем недорого для стока такого качества. Поехали. Так. Такая вот танковочка. Снимаю это видео на телефон, поэтому качество может отличаться от остальных. Может, даже лучше будет. Не знаю. Так, скажу сразу, здесь встречается то как с бирками, так и без. Но это не значит то, что это секонд. Вот. Вот такая танковочка или тонкий свитер, я не знаю, как правильно назвать. Я смотрю, в основном с бирками все идет. Звездные войны. Star Wars. Штанишки. Ту-ту-ту-ту, Hello Kitty. Ну и попадаются, конечно, другие фирмы, такие как Tom Taylor. Весьма неплохо, что они попадаются. Бирба Original Brand. Сарафанчик. Так, достану я сразу. Купальник. Это еще Том Тейлор. Очень советую этот сток. Прям мне очень понравился. С учетом того, что на с детским кремом не всегда будут постоянные поставки. Очень яркий.
4. Тиаби. Штанишки. Траймьюнт. Вот это кролик. Даже голограмма есть. Marvel. Хочу сказать, что мешок уже продан, но делал видеообзор, чтобы имели в виду, какой товар и что его можно заказать. Поставщика он пока есть, поэтому думайте быстрее. Лазочка. Шорты 15 евро. Ну, не знаю. Костюмчик 16 евро, Hello Kitty. А, не костюмчик, просто футболка. Отдельно идут штанишки 8 евро. Очень классный микс. Восемь евро. Без рукавочка. Прикольная туничка. Или сарафан. Не знаю, как правильно. Шортики. 16 евро, пожалуйста. Дисней 14 евро. Семь евро. У нас себестоимость чуть больше 2 евро. Плаза Италия. Это какая ветровочка стильная. 30 евро. Неплохо. Брутальный мальчик будет в этой футболке. Шорты как шорты. Такие
штанишки с блёстками. И Baby Club. Башка. Фланелевая, что ли. Поехали дальше. Опа. Так, опять у нас тут шортики. Такой панам... А, это этот... Слюнявчик, что ли? Так, шортики. Тонкий свитерок. Джордж. Такие вещички тут тоже есть. Футболочки. Ух ты. Что это такое? Такая сумочка. А, и штанишки. А, нет, майка это. Поехали дальше. Жилетка. Восемь девять лет. Двинем сюда. Футболка 20 евро. Очень яркие ботиночки, очень красивые, Нью-Йорк. Так, что у нас там еще осталось? Что-то одевается. Свитерок вязаный. Очень красивый. Шортики. Футболка Микки Маус. Штанишки.
Шортики. Ничего себе. Это круто, конечно. Какой-то боец ММА или UFC. Носочки. Ободочек. Красота какая. 6-12 месяцев. Так. Да, тут еще такая фигня была. Носочки. Ну и тут еще куча всего мелкого. Вот и все, весь мешок. Можете сами почитать себе стоимость по видео, потому что стоимость сказал приблизительную. Готов к заказу. До свидания.